Всем привет! У нас вечер. Пытаюсь Кузю выпустить на улицу. Даже не выпустить, а выгнать, я бы сказала. Стою, его тут жду. Ни в какую не идет. Вышел, пописал и домой. Хоть ты тресни. Кузя, иди сюда. Ну иди ко мне, моя зайенька. Ну иди сюда. Ну почему ты гулять-то не хочешь? Иди сюда. Иди вон, лавочка твоя любимая ждет тебя. Иди ко мне, мой сын. Мальчик, иди сюда. Красавчик ты мой. Кузь, ну иди сюда. И покушал, ведь как хорошо. Иди сюда. Даже комаров нету. Ну иди сюда ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Ну ладно, их величество соизволило. Да, ну все. А, мам, если гладить, то, конечно, я приду. Это если погладить. А так-то нет. А так тут вообще делать нечего. Да, Кузь? А у нас почти лето. Да, Кузя? Кузь, правда? А у нас яблони уже отцвели. Почти. Ну, совсем почти. И у нас уже теперь будем ждать, наверное, вишню, черешню, когда будут ягодки. Вот яблонька еще немножечко цветет. Мальчик наконец-то вышел. Да, наконец-то. Зачем она меня выпустила? Мне кажется, сейчас опять домой уйдет. Просто дверь не успела закрыть. Кузь, не надо. Даже не думай об этом. Кузь, ну надо немножко походить. Ни в какую. Сейчас побегу дверь закрывать. Он точно слиняет. Я не буду так дверь закрывать даже. Не буду. Пойдем, он хоть до грядок дойдем. Посмотрим, что там у нас растет. Пойдем? Давай. Покажем и посмотрим. Все-таки дверь хочу закрыть. Так, подожди, я никуда не ухожу. Подожди. Чтобы нам никакой мыша не забежал. Пойдем. Пойдем до грядок дойдем. Пойдем. Иди сюда. Кузя, иди сюда. Нет, ни в какую. Альва. У нас цветет. Ой, пионы прекрасные. Скоро будут. Ой, ёшечки. Осталось прям совсем немножко ждать. Скоро зацветет. Залез. Ну, буду я еще с тобой ходить. Ага. Лучше я на лавочке посижу. Тебя подожду. Вот лентяй. Так, рассказываю, что у нас тут на грядках. Вот такой шикарный, красивый щавель. Уже можно щи зеленые варить полным ходом свои. Редиска взошла. Помните, я вам рассказывала? Вот она взошла. Вот это вот салатик взошел. А чуть выше... Укропчик все-таки зашел. А я думала, что у меня она очень рука тяжелая. Нет, нормально. Зашло. Петрушку только я не вижу. Ну ладно. Значит, еще будем сажать. Может, семена плохие. Так что вот такая у нас красота, ребята. На грядочках. А здесь горох дружненько взошел. Прям вообще красавчик. Можно уже еще замочить и еще посадить. И как всегда, уже куча жимолости завязалась. Вот она вот такая, пока зелененькая. Ну, я думаю, недели две уже будут и будут ягоды. Вот она. У нас ее очень много. Ну, что-то мы съедим, что-то птички будут есть. Так. Голубика. Вот такие у нее красивые колокольчики.
Зацвела. Молодец, голубика. Значит, голубика будет. Тут тоже начинает зацветать. Вот голубика. И вот такой шикарный куст, красивый, прям зацвел. Видимо, ему тут очень хорошо. Прям красота, красота. Вот, это уже другой сорт. Тут даже по листочкам, мне кажется, можно определить. Она и будет где-то такая крупная, приплюснутая, а где-то будет такая продолговатенькая. Вот, а здесь цвет другой. Но пока ничего нету. Может быть и не будет. Но ничего, переживем. Такой шикарный барбарис. Это тот, который съедобный. У нас его в этом году будет. Ого-го, сколько. У нас еще он с прошлого года не закончился. Ой. Вполне можно добавлять в плов и в восточные блюда. Вот. Что у нас еще нового? Рододендрон зацвел. Ну, как-то так странновато. Видимо, наверное, все-таки мы его слишком поздно укрыли. Что-то я пока в цветочков наблюдаю только вот здесь и вот здесь. Ну ладно, этот год не до цветов. У меня в этом году будет шикарная хоста, потому что у куры все закрыты. Иначе это все было бы уже объедено. Да вот такая у нас красота. Это мы пересаживали лилии на другое место, посадили. А здесь заплатку сделали. Вот. Так что сильно у нас новостей. Новостей пока никаких. Ну вот красавчик лежит. Ага. Наконец-то, мама. Да. Прям с трудом. Я, наверное, минут 15 его заставляла на улицу выйти. Ленивка. На улице прохладно, хорошо. Да, гусь? И здесь у нас все хорошо прижилось. Прям красота. Ох, сирень пахнет. Сирень пахнет. Обалденно. Ну, вроде пока все. Что бы вы хотели услышать, увидеть? Может быть, какое-то блюдо хотите, чтоб я вам сняла. Белая черешня зацвела. Ой, красота. Напишите в комментариях. А так, дорогие мои, всем спасибо за комментарии, за лайки. Да, Кусь? Неужели мы пойдем гулять? Да ты что? А, не, ну да, не, просто погладить. Нет, гулять-то нет. Гулять нет. Нет, гулять нет. Ну все, дорогие мои. Всем мира, добра и любви. А пока.